Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку-чулок. Она очень простая в выполнении. Набирается количество петелек, нужное для окружности головы, и вяжется только лишь лицевой гладью, благодаря чему у нас имеется вот такой вот закругленный краешек, который вы можете заменить на вязание резиночки 1 на 1, либо 2 на 2, тогда краешек будет более ровно и плотнее прилегать к голове. А шапочку я сделала более, скажем так, плотненькую, прилегающую к голове, просто лицевой гладью. Затем я закрывала макушку с помощью 4 клиньев. Вот, и варьировать шапочку по высоте можно лишь вот до вот этих вот моментов убавления макушки. Убавление макушки занимает у нас 4,5 см, соответственно, здесь вы вяжете высоту шапочку, а затем оставляете 4,5 см для того, чтобы закрыть петли на макушке. В видео я вам расскажу, как можно варьировать размерчик. Данную шапочку я вязала на окружность головы 50-52 см. Вы хотите, можете связать ее абсолютно на любой обхват головы. Также под данную шапку я рекомендую вам связать вот такой замечательный несложным узором снудик. Это чередование полосочек лицевой глади, которая у нас на шапочке чулок, вот, и чередование вот таких полосочек с дырочками. При этом снуд достаточно гармонично смотрится в наборе и при этом является таким вот красивым и несложным, скажем так, на вид, и в итоге носится с удовольствием. Вот, ссылочку на снуд я оставлю ниже в описании под этим видео. Хотите, можете связать к шапочке снуд. А сейчас мы приступаем именно к вязанию видео шапочки. Для вязания я буду использовать чистый акрил. Это пряжа Ланоса Минти. Здесь 315 метров в 100 граммах. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Так как шапочка демисезонная, то я буду использовать все-таки акрил, он достаточно мягкий, и при этом я чаще всего из нити вяжу детские вещи. Кто обратит внимание, у меня на канале есть очень многое количество вязаных детских вещей из данной пряжи. Вот. Я буду использовать круговые спицы номер 3,5, также можно использовать чулочные спицы номер 3,5, а можно совместить и те, и те. Смотрите, для вязания высоты шапочки, так как круговое у нас вязание, для бесшовного можно использовать круговые спицы на коротеньком тросике. При этом у вас будет красивое, гладкое и ровное вязание по кругу. Далее нужно будет перейти на чулочные спицы, так будет удобнее для закрытия макушки. Тогда макушка у вас будет более аккуратная, вам тогда не придется подвигать тросик каждый раз. Вот. Либо же воспользуйтесь просто чулочными спицами. Обычно для вязания шапочки я могу использовать только лишь чулочные спицы. При этом при круговом вязании вам нужно будет очень хорошо подтягивать каждую первую петлю спицы. И тогда у вас не будет таких вот, скажем, растянутых петелек при переходе со спицы на спицу. Также нам понадобится сантиметр, возможно, нам понадобится для заправки краешков ниточек это крючок, либо иголочка, кому чем удобнее заправлять, и, конечно же, ножнички. Плотность моего вязания составляет 1,8 петелек. Соответственно, на окружность головы 50-51 см я буду набирать 92 петельки. Начальные 2 петли я набираю на одну спицу для того, чтобы не были растянутые крайние петельки. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 90 петелек. Плюс нам нужно одну петельку 93 набрать для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Она у нас сократится и в дальнейшем не будет, скажем так, участвовать в вязании. Еще вторая причина, почему я наберу именно 92 петельки. Они соответствуют не только, скажем, плотности вязания моей, так как я могла бы взять, к примеру, не 92, а 90 петелек, если брать на 50 сантиметров окружность головы. Нам нужно такое число петелек, которое четко бы делилось бы на 4. К примеру, на окружность головы 53 сантиметра я бы взяла 96, например, петелек, так как 92 это на 50-51, исходя из моей плотности вязания, то 96 подошло бы на 53-54 сантиметра. 96 также отлично делится на 4. То есть нам нужно взять, скажем, спицы и пряжи, которыми мы будем вязать, связать небольшой образец, посмотреть, сколько петелек вмещается у вас 10 сантиметров, затем это количество петель поделить на 10, так мы получим количество петель, которое у нас в 1 сантиметре, и умножаем на количество сантиметров в окружности головы. Но для того, чтобы были четкие, скажем так, расчеты, я рекомендую вам этот образец прирастянуть, то есть при растянутом состоянии у меня в 1 сантиметре 1,8 петелек, которые я умножаю на 51 сантиметр в окружность головы, ну либо на 50, если вам удобнее.
Я получаю 92 петельки, которые отлично делятся на 4. 4 клинья закрытия макушки у нас будет. Вот. И плюс, опять же таки, 93 петля для замыкания вязания в круг. Я набрала 5 петелек, далее продолжаю 6, 7 и так далее. Нужное количество петелек я набрала. Теперь достаю вот эту свободную спицу, на которой нет начальных двух петелек. И нам нужно замкнуть вязание в круг. Для этого в правой руке я держу, скажем так, спицу, на которой у нас рабочие ниточки. А в левую руку я подтягиваю спицу, на которой у нас начальные набранные две петельки. Помните, я вам говорила, чтобы они у нас были не растянутые. Вот теперь они у нас, как вы видите, не растянутые. Подводим петельки к рабочим краям спиц. Вот так вот. Теперь берем, подтягиваем очень близко последнюю петельку к первой набранной петле. Первую набранную петельку из двух петель перебрасываем к последней набранной петельке. Затем эту последнюю набранную петельку перебрасываем на первую. И спускаем между первой и второй вот эту 93-ю петельку. Вот так. И обратно возвращаем эту петельку, первую, переброшенную на правую спицу, ко второй. И у нас 93-я петля оказалась между вот этими петлями, между первой и второй. Тем самым она сократилась. Теперь рабочую ниточку хорошо вместе с хвостиком подтяните в разные стороны. И все, мы закрепили ниточку, закрепили ряд. Петля у нас 93-я сократилась между первой и второй, мы ее просто спустили. И посмотрите, у нас не перекрученная наборочная косичка. Вот так все и должно быть. Если у вас перекрутится, то вязание пойдет восьмеркой. Чтобы не перевязывать, убедитесь в том, чтобы все было хорошо. Теперь соединяем хвостик и рабочую ниточку вместе и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой, это все петельки лицевые. Причем первые несколько петель я провяжу лицевыми петлями вместе рабочей ниточкой и хвостиком от наборочного края. Провязав буквально 5-6 петелек двойной ниточкой, я бросаю вот этот коротенький хвостик и продолжаю дальше вязать лицевыми петельками до конца этого ряда. Вот так вот, просто лицевые петельки. Это у нас сейчас первый ряд идет. Хотите, можете маркером либо булавочкой отметить начало ряда. Но я вижу, что вот он у меня хвостик, и я буквально провязала здесь вот 7 петелек двойной ниточкой. То есть вот эти петельки очень хорошо, как вы видите, выделяются. При этом нет порога перепада. Когда довяжете этот ряд, ряд замкнется максимально ровно по окружности. Итак, провязываем первый ряд лицевыми петельками и по спирали продолжаем вязать все петельки лицевые до нужной высоты шапочки. Шапочка очень простая. Провязав где-то 1,5-2 см, у вас краешек завернется. Вот. И дальше продолжите вязать такой же лицевой гладью лицевыми петельками до нужной высоты шапочки. Минус 5,5 сантиметров, то есть вы вяжете высоту шапочки 1,5 сантиметра 2 для отворота краешка. Хотите, можете заменить их на резиночку 1 на 1, либо 2 на 2. Это по желанию для того, чтобы получить ровный край резиночкой. И затем продолжаете просто лицевой гладью вязать до нужной высоты минус 5,5 сантиметров для закрытия макушки от общей высоты шапочки. Так как у меня высота шапочки будет около 20 сантиметров, то минус, соответственно, 5,5 сантиметров я буду вязать где-то до 15 сантиметров плюс отворотный край, то есть где-то 16,5-17 сантиметров от вот этого наборочного края до начала закрытия макушки. После того, как мы закончили вывязывать высоту, у меня это получается 15,5 сантиметров, если сделать вот этот отворот краешек ровным, то около 17 сантиметров. Теперь мы начинаем делать убавление. Убавление я начинаю делать с начала ряда. То есть посмотрите, поделив общее количество петелек на 4 спицы, то есть у меня это 92 делим на 4, по 23 петельки на каждой спице. Мы будем чередовать ряд то с убавлениями, то ряд просто по рисунку лицевыми петельками. В каждом нечетном ряду, первом, третьем, пятом, они будут абсолютно одинаковые делаться убавления. А во втором, четвертом, шестом и так далее в каждом четном просто лицевые петельки. Итак, я показываю в первом ряду убавления макушечки, как мы будем делать убавление. У нас сейчас петельки повернуты
Вот так вот с наклоном в левую сторону. Нам нужно сейчас сделать убавление с наклоном в правую сторону. Для этого заводим за вторую полупетельку и 2 петли вместе проводим лицевой петлей с наклоном в правую сторону. В начале спицы каждой мы будем делать наклон в правую сторону. Далее провязываем все петельки с первой спицы до последних двух петель, которые мы повернем с наклоном в левую сторону. Провязываем пока просто лицевые петельки. Далее последние две петли со спицы мы переснимаем на правую спицу не провязанными. Вот таким вот образом. И возвращаем их для того, чтобы у нас была петля повернутая с наклоном в левую сторону. Вот так. И теперь заводим за дальние полупетельки 2 петли и проводим лицевой петлей 2 петли вместе. Получилась петля, сокращенная с наклоном в левую сторону. Так мы будем делать наклон в левую сторону в конце каждой спицы. Далее снова наклон в правую сторону в начале спицы, провязываем 2 вместе, 1 лицевой за ближайшие стеночки, ничего не меняя, просто провязываем 2 вместе. Далее все петельки провязываем лицевыми петлями до последних двух петелечек. И далее в конце спицы мы провязываем 2 петли вместе с наклоном в левую сторону. Для этого 2 петли поворачиваем дальними стеночками вперед. Вот таким вот образом переснимаем на правую спицу непровязанные петельки. И вот так вот дальние стеночки переносим вперед. Теперь уже за дальние стеночки, которые мы перенесли назад, вот так вот провязываем 2 вместе с наклоном в левую сторону. Делая на каждой спице наклон то в правую сторону, в конце спицы то в левую сторону, у нас получаются вот такие вот убавления с наклонами в разные стороны. И тем самым наклоны будут у нас как бы вот такой вот елочкой ложиться в каждом нечетном ряду. А в каждом четном ряду мы просто провязываем лицевые петельки. Итак, продолжаем до конца ряда убавлять вот таким вот образом. До конца ряда — это там, где у нас отмеченная вот это краешек ниточки. Если же вы вяжете на круговых спицах, а не на чулочных макушечку, я рекомендую вам отметить 4 раза по 23 петли. И начальные 2 петельки, то есть первую и вторую из 23, провязываем с наклоном в правую сторону, 22 и 23 петельку с наклоном в левую сторону, но в каждом последующем нечетном ряду у нас будет количество петелек уменьшаться на одну петлю с одной и с другой стороны, поэтому будете захватывать, скажем, уже вот эти вот петельки попарно, плавно-плавно переходя на центр каждой из частей. И у нас будет получаться вот такая тоже самая елочка, как и на чулочных спицах. Но тогда вам придется подвигать тросик каждый раз на каждой из провязанных частей. Довязав до конца первый ряд убавления макушки, мы сократили на каждой спице по 2 петельки. В начале петлю и в конце, соответственно, второй ряд мы будем провязывать все петельки лицевые. Первую петлю каждой спицы затягивайте хорошо, для того, чтобы не оставалось никаких зазорчиков на, скажем так, промежутке между спицами. Ряд лицевыми петлями довязан, далее третий ряд повторяем как первый. Наклон вправо делаем в начале каждой спицы. Вот так вот, захватывая 2 полупетельки передние, провязываем лицевую вместе. Далее довязываем до 2 последних петель спицы и провязываем 2 петли вместе, но уже с наклоном влево. Если вы вяжете на круговых спицах, то соответственно у вас уже видно, где вы делали убавление. Получается, делаем убавление над убавлением и опять же таки поворачиваем дальними стеночками вперед в конце каждой спицы. Последние 2 петельки каждого участка и за дальние полупетельки провязываем лицевые петли. И у нас получается, если вы сейчас провяжете буквально несколько рядочков убавления, получаются на вот этих местах между спицами красивые такие вот вывязанные елочки. Как бы в разные стороны наклоны делают имитацию красивого узора в промежутках и тем самым делая убавление для красивой закрытой макушки шапочки. А так все остальное мы повторяем постоянно одно и то же. То есть первый, третий, пятый ряд у нас одинаковый. Вот. И точно так же четный второй, четвертый, шестой точно так же одинаковый. То есть каждый четный мы провязываем просто лицевые петельки. И каждый нечетный мы делаем убавление. То наклон вправо в начале спицы, хорошо подтяните его.
то в конце спицы наклон влево. Не забывайте переснимать, и тем самым получится красивое, скажем так, поворотное такое вот закрытие, если вы будете соблюдать, ну скажем, не постоянно вязать две петелечки вместе за передние стеночки, а чередуя то за передние, то за дальние. И вот так вот продолжаем до конца вязать третий ряд убавления, затем четвертый ряд просто лицевыми петельками. В пятом ряду мы также продолжаем делать убавления, тем самым сокращая на 2 петельки на каждой спице. И у нас получится уже 17 петелек. То есть получается в первом ряду убавления у нас было 23 петли, оставалось 21 петля. Далее в следующем ряду получается в третьем мы сократили до 19 петелек. В пятом ряду мы сейчас сокращаем до 17 петелек. И так с каждым нечетным рядом убавления у нас будет убираться по 2 петельки. А в каждом четном ряду мы на 2 петельки, получается, на эти провязываем меньшее количество лицевых петелек на каждой спице. Итак, продолжаем чередовать до тех пор, пока у нас на каждой спице не останется по 3 петельки. Затем эти оставшиеся 12 петелек мы провязываем просто лицевыми по кругу. И нам осталось лишь только отрезать ниточку, где-то порядка 10-15 сантиметров. Если вам удобнее будет покороче, то, соответственно, отрезайте покороче. Деваем ниточку в иголочку. И далее просто нанизываем оставшиеся 12 петелек на эту ниточку. Вот так как шло у нас по кругу, скажем, вязание. Вот ниточка завершилась у нас. И мы точно так же переодеваем все петельки поочередно на рабочую нить. Вот так убрали спицу. Теперь со следующей спицы переодели все петельки. Вот. Далее со следующей петельки переодели. Ну, я буду вот так, наверное, пожалуй, вытаскивать, мне так удобнее. И вот так вот остается последняя спица. С нее переодеваем петельки. Спицы нам больше не нужны. Мы переносим все на рабочую нить. Вот так вот. Я хорошо-хорошо подтягиваю. И беру вот так вот, продеваю сквозь образовавшуюся петельку. Петелька у нас образовалась от того, что мы не затягивали начальное, скажем так, продевание ниточки. Вот, и теперь нам остается хорошо-хорошо затянуть рабочую нить и еще раз пропустить сквозь нее вот этот хвостик. Вот так. Далее мы берем, либо вдеваем обратно в иголочку, либо крючком. Как вам удобнее. Я, пожалуй, останусь на работе с иголочкой. Вот так вот пропускаем на изнаночную сторону. Ближайшую, скажем так, петельку, либо ближайший разъемчик вот здесь вот. Переносим на изнаночную сторону. Хорошо, еще раз, с изнаночной стороны можете зафиксировать, а можете просто продеть вот так вот по окружности, по тем петелькам, только лишь уже с внутренней стороны. Вот так. И все. Теперь хорошо затягиваем. Продели, ниточка зафиксирована, с внешней стороны все спрятано, посмотрите аккуратненько, с внутренней стороны нам ниточка уже не нужна, и мы ее просто отрезаем. Все, я ее хорошо еще раз зафиксировала и отрезаю. Далее у нас остается ниточка, которая уже спрятанная благодаря провязыванию несколько петелек. Мне этого закрепления достаточно. Я не буду закреплять никакими узелочками. Вот, я просто ниточку рабочую вот здесь вот хвостик отрезаю. И все у нас получается вот такая вот бесшовная шапочка, которую можно одевать абсолютно любой стороной. Вот такая аккуратная, красивая макушечка. После того, как вы постираете шапочку, макушечка подвыровняется. Вот здесь вот уберется небольшая, скажем так, выпуклая часть. Вот. Все выровняется, все будет достаточно более еще красивее и более аккуратнее. Наша шапочка готова.
делаете ВТО и носите с удовольствием. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Обязательно не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались со мной на канале. И не забывайте также нажать на колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео, вышедших на моем канале. Всем ровных петель. Пока-пока!